Так что мы этот бежали, бежали, думаю, что соболь. Да, Кобелечу надо дождаться. Здесь аж бросил он деревню. Вот это Пеньково. Вот. И он крутился, крутился, он там, он видно, в деревню сходил. И сейчас вот он идет, ну, режет, куда-то идет, короче. Ну, по крайней мере, он бросил, блядь. Мы теперь особо не бежим. И это. Вот тут он должен сейчас прийти. А то мы хотели уже объехать, ехать. Думали, что он там с собаками, с кобелями. Может, сука течная там тоже. Это же боец. Ему же надо драться. В плане того, что это... Блин, опять встал он. Как-то у меня... Что с ним происходит, с кобелем? На след на свой встал. Угу. Встал на свой след сейчас. По крайней мере, хоть он деревню бросил. Он крутился долго, там час, наверное, был. И же надо было слаймы разминуться, ну, проигнорировать и... Полтора километра, блин. Ну ладно, сейчас придет. Короче, особо не спешим. Лаймс! Блин, все, объектив сейчас надо вытирать. Саш, вон стой. Бежали. Ты у меня пришла, да. Ты кос, наверное, прогнала, да? Сейчас я попала капелька. Черт твой, друг соболь-то. Пугает меня. Стой, стой. Ну, вроде как идет. Ну, бросил, бросил, Пеньково бросил, идет. Ладно, не крути голову, а то ты всегда в стойке. Кверху поднимаешь голову. Ну, мы летели к машине. Смотрю сейчас это. На одном месте крутится в лесу где-то. Но уже не в деревне, не, не около деревни. Ладно, ты... Так что вот так вот. Будем смотреть, наблюдать. Нет, поедем.